Сноуден – это мираж. Сноуден – это проект. Причем у меня большое подозрение, что Сноуден – это проект тех самых спецслужб американских, которые сейчас его с такой ретивостью как бы преследуют. Поясню. Фильмы про мафию ставит мафия. Это хорошо известно. Она их финансирует. Почему? А потому что она тем самым являет свое всепроникающее могущество и величие. То есть, когда обыватель смотрит, он видит, ага, Шварценеггер, такой мускулистый, здоровый парень, как-то вывернулся. А что думает обыватель? Он думает, этот-то вывернулся. А я-то? Я обычный простой человек. А мафия вон она какая. Вот сейчас нам просто показано, что идет глобальная слежка через интернет. Ну, извините, каждый нормальный, здравомыслящий человек понимает, что это есть. И что вот эти вот гуглы, яндексы и так далее, они что, находятся в безвоздушном пространстве? Безусловно, они взаимодействуют со спецслужбами. Где здесь Америка? Я не вижу здесь никакой Америки. И Сноуден — это не Колумб. А мне кажется, это просто некая мистификация спецоперации, чтобы показать, что мы все под колпаком. Другое дело, надо продумать, зачем это было делать именно в это время и именно таким, ну, немножко нелепым способом. Вот и все. А что касается наших отношений с Америкой, я думаю, они настолько сейчас напряжены, что вряд ли фигура Сноудена каким-то образом на это повлияет. Здесь идет большая игра.